Так. Где быстрый переход, блядь? А, да как убьешь? Ограблю их. Тунеядцы, бездельники, лентяи или же боки. Пришел, увидел, помог. Спасибо, ведьмак. Тунеядцы, бездельники, лентяи или же боки. Жопу ёж! Сука. Где мне скакать-то, блядь? Ёбаный ты в рот, а? Давай вот сюда. Ты под деревом-то, блядь, спряталась.
Доспехи. Посмотрим, что... Давай. Быстрее, нахуй. Козёл, блядь. Нахуй мне твои сапоги клоунские, блядь. Всё, давай, пока. Чего желаете, суд? О! Дерево. Прошу вас, господа, ведь таким образом мы и правда ничего... Давай, хуй. Мастер-ведьма, есть ли какие-то вести? Ты была права. Неприятности в Верментино возникли не сами по себе. Их кто-то подстроил. Так уж прям кто-то. Это все Лиам сделал. О, вот уж нет. Я себя обижать не позволю. Минуточку. А есть какие-то доказательства того, кто именно стоит за бедами в Верментино? Нет. Так значит, их надо получить? При столь важном обвинении одних слов мало? Верно. Я вернусь, когда узнаю что-то определенное. Это винодельня, Бельгард. Чем она так ценна? Сразу видно, что вы не отсюда. Бельгард принадлежал графу Креспи, тому, который пал жертвой бестии. А Креспи, как человек состоятельный и со связями, превратил ее в цветущий рай, привез редкие сорта винограда, нанял лучших работников. Коротко говоря, чтобы не утомлять вас излишними деталями, объедини Бельгард еще с одной винодельней и получишь готовый рецепт успеха на рынке. Верментино снова может нормально работать. Правда, восхитительно. Я в шаге от того, чтобы купить Бельгард. Не знаю, как тебя благодарить. Прошу, вот награда. Минутку, а что со мной? Что с коронатой? Я позволю себе вмешаться. В сложившейся ситуации винодельня будет передана в руки госпожи Матильды. Разумеется, если госпожа Матильда ее примет. Разумеется, приму. Почему бы нет? Сейчас я все объясню. Прошу за мной. Время посетить Бельгард. Пойдем с нами, ведьмак. Не нравится мне тон этого крючкотвора. Может, мне еще понадобится твоя помощь. Погоди. Если ты мне не поможешь, моей винодельни конец. Пожалуйста, загляни в коронату. Ладно, попробую помочь. Заебали, а. Ведьмак, идешь? Посмотрим, что там в Бельгарде творится. Я присоединюсь позже. Надо кое-что доделать по дороге. Интересный край.
Удачи в дороге! Что происходит? Я не случайно хотел отдать Бельгард в руки человека-распорядителя. После смерти владельца винодельня пришла в изрядное запустение. Говорят, несколько работников погибло. Чудовища рыщут по округе. Прежде чем здесь обосноваться, придется справиться с этими неблагоприятствиями. Таково желание министра. И снова работа для меня. Если ты согласишься, я с радостью приму твою помощь. Я могу это сделать, но не за даром. Честное предложение. У меня очень много дел. Надо подумать. Но если я буду рядом, я туда загляну. Буду тебе очень благодарна. Извольте проследовать за мной. Займемся формальностями. Разумеется. Это заебало уже. Эй, вы! Вы же рыцарь! Вы обязаны нам помочь! Защитите нас от монстров! Гляди, а? Говно, блядь. Пойдем в порт. Может, какие новые корабли приплыли? Блять, вот это падла, сука. Блять, нихуя у него удары. Пизда, блядь.
сука, еще спрятались, блядь, там. Давай быстрее, блядь. Эй, вы же рыцарь! Вы обязаны нам помочь! Защитите нас от монстров! Блять, какие-то яйца тут, блять. А это ты чё, кто, блять? Так. Блять! Я их тут наказал, блядь. Так, ебаные яйца. Если я собираюсь избавиться от Андриак, придется это взорвать. Блять, что я делаю? Блять, да, они примели такую какую-то бомбу, блять. Так. Так, двемеритовая бомба, блядь. Где бомба у меня? Так. Мастерская картечь. Вот это вот надо, блядь, наверное. Як. Надо, блядь, чё я тут плюну? Упал я в рот, но... Пошла! Эдис, не мог выбрать другого места для встречи. Зарегистрируй.
Блять! Пизда. Но пошла. Блядь, что такое? Так, вот тут где-то движуха. Прям чувствую. Так-то эти, блядь, уже проблемы заебали, нахуй. Здравствуй. Ой, ой, кто это у нас? Да, блядь. На по жопе, нахуй. Куда, блядь, полетел, нахуй? Вы, блядь, ты ничего не попутал, блядь. Не пидор, давай быстрее нахуй.
козёл, блядь. Всё уже охуел, блядь. Да идите отсюда, блядь, нахуй. Ведьмак, не ведьмак. Вкалывать надо. Все закончилось? Спасибо, ведьмак. Блядь, нихуя там все какое, блядь. Какие дороги-то долгие, блядь. Что за хуйня-то, блядь? Ёб твою мать. На! А мне не больно, да? Блядь, косарь почти скакает, ну что за хуйня? Да ты, сука, что ты, блядь, делать-то будешь? Пизда, блядь. Хули вы тут столпились, блядь? Ты у меня найдешь. В чем дело? Покажи, чем торгуешь. Бывай. Приветствую. Ну, привет. Да уйди нахуй, коня от моего пизда, блядь. Сюда! Сюда! Прямо, я вас не укушу! Охуевшие, блядь, стали тут нахуй. Допустим, ты прав. Пидоры, блядь. Ну, пойди убеди краснолюдов. Они даже слушать не хотят. Сразу в драку лезут. Я тебе взаймы давал.
куда ты скачешь, пидор, блядь? Отдохни. Это место силы. Отсюда изливается магия. Славится пророк Лебеда! Ну, сколько мне еще ждать? Благодарю вас, сударь. Если бы не вы, те разбойники шутить не собирались. Могу вам что-нибудь выковать в благодарность. Только вот до кузни доберусь в Белгарде. Я зайду, когда буду в тех краях.
Придержи. Братва, навали! Я тебе говорю! Ты пидор, а? Я тут, блядь. Так. Но. Да блять, пизду вас. Браться с каждой пиздой, блядь. Ну, все, все, все. Блять, какое-то кладбище. О! Вот оно, блядь. Так. Прошу мне не мешать. Ведьмак, как хорошо, что ты зашел. Новости есть? Ну-ка. Ты замечательно справляешься. Ха, для девушки? Нет, не для девушки вообще. Я давно перестал делить мир на мужчин и женщин. Приятно слышать. Знаешь,
Я с детства мечтала, что когда-нибудь буду управлять этой винодельней. Я же дочь прачки. Приходила сюда вместе с мамой. Она стирала белье, а я играла с котами. Госпожа Верментино всегда давала мне сладкий виноград. А я воображала себе, будто она моя настоящая мама. Как мне порой хотелось, чтобы это было правдой. А когда моя мама умерла, господа Верментино меня приютили, потому что своих детей у них не было. Так я и стала Матильдой Верментино. Так моя заветная мечта исполнилась. Но с той поры меня не оставляет мысль, что мои молитвы привели к смерти моей настоящей мамы. С твоей винодельней уже все в порядке. Можешь снова браться за работу. Превосходно! В таком случае данной мне властью объявляю вас владетельницей Бельгарда. Надеюсь, вы вернете ему былую славу. Сделаю все, что в моих силах. Благодарю. Тебе просто цены нет. Ах, видела бы это моя мама. Она всегда хотела для меня лучшего будущего. И теперь такое будущее обязательно настанет, благодаря тебе. Прошу, как и договаривались. Спасибо. Удачи. Так. Все здорово, блядь. Сударь ведьмак, я вам по гроб жизни обязан. Не знаю, как и благодарить. Вырвали меня из когтей Ганзы, а теперь вашей милостью еще и винодельня расцвела. Для вас. Покажи, что. Давай, показывай нах. Блять. Так, что ты мне сделать сможешь? Гарпия, горный зуб. Нет. Это хуйня все. Так. Там птицки у него ночи, блядь. Они заебали он вообще. До встречи. Thank you.
думаю, блин, надо закончить. Нормально, раз. Так, где это? Быстро, хуйня. Пиздец, как они все раскиданы, ёбаный в рот. Где мой меч-то, блядь? Я за ваше здоровье целую бутыль выпил. Крепкого вам здоровья, ведьмак. Фу, ну и вонище. От хлеба крепче. А ты что? Нашел бы работу хоть какую. Своей дорогой. Да, блядь. В
Рана была не смертельная, но он истек кровью. Что тут у нас? Письмо не могло тут оказаться случайно. Любопытно, судя по этой записке и остальным уликам, за проблемами виноделен стоит кто-то третий. Надо найти место, о котором шла речь в письме. Готов поспорить, за дверью, которую открывает этот ключ, найдется что-то очень интересное. Может, белый ужас в заказе и чудовище из этого объявления одно и то же существо? Заебали нахуй. Сейчас сохраняемся. А я видел мертвых людей.